Наш земляк, легкоатлет Илья Аксенов в составе сборной России завоевал серебро чемпионата мира. Национальный турнир среди сурдолимпийцев прошел в Болгарии. Медаль Илья достиг в составе эстафетной четверки на дистанции 4 по 100 метров. Сложно было выступать все время, потому что соперники сильные, конкуренция большая. Я готовился в марте в Кисловодске, в Сочи я был в апреле, и в Московской области я готовился в июне. Кроме эстафеты, орловчанин работал на личный зачет. Атлет бежал дистанции 100 и 200 метров, но на них он выступил менее удачно.